Итак, уважаемые дамы и господа, я представляю вам первый бой вечера. Трехраундовый поединок в легком весе. И в синий угол ринга добро пожаловать, боец из города Москва. Приветствуйте, Олег Рябчиков! Нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь, артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Давай за жизнь, давай, брат, до конца. С нами был тогда. Давай за жизнь, давай, брат, до конца. Помянем тех, кто с нами был тогда. Небо над нами свинцовыми тучами стелится низко туманами рваными. Хочется верить, что все же кончилось. Только бы выжил товарищ мой раненый. Ты потерпи, браток, не умирай пока. Будешь ты жить еще долго и счастливо. Будем на свадьбе твоим отплясывать. Будешь ты в небо детишек подбрасывать. А в красный угол ринга приглашается его соперник. Приветствуйте, Асланбек Батаев! We'll be right back.
Дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. В синем углу ринга боец, рост 185 сантиметров, вес 69 килограммов 300 граммов, возраст 27 лет. Призер чемпионата Мордовии по боевому самбо, призер Московской области по армейскому рукопашному бою, профессиональный дебют из города Москва, Россия. Приветствуйте, Олег Рябчиков! А в красном углу ринга боец, возраст 27 лет, рост 170 сантиметров, вес 69 килограммов 300 граммов. Чемпион Краснодарского края по любительскому ММА, чемпион Южного федерального округа по грэпплингу, профессиональный дебют. Родом из города Грозный, представляющий город Краснодар, приветствуйте, Асланбек Батаев! Рефери в ринге Андрей Ковалев. Поприветствовали друг друга. Бой строго по правилам. Внимательно слушаем все мои команды. За канаты не хватаем. Головой и локтями не бьем. По затылку не бьем. Покажите красивый бой. Удачи обоим. По углам. Первый раунд. Вот,
Работай, 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 работай
Есть экваторе. Третий раунд. Дима!
Да меня там нормально смотри.
меня слышит? А он нихуя меня не слышит. Уважаемые дамы и господа, в этом бою единогласным решением судьи победу одержал боец в красном углу ринга Асланбек Добрый вечер, Краснодар. Приветствую всех зрителей. Хочу сказать спасибо Алексею Яценко, то, что дал мне шанс дебютировать на таком уровне. Если подвел, не обессудьте. Не красочный бой, но я сделал все, что мог. Хочу сказать спасибо своим братьям Рустаму, Вадиму, нашему клубу «Молочиев Тим», также Юрию Батману, моему наставнику, и человеку, который дал мне пропуск в этот спорт. Бойцовский клуб «Кузня» стал для меня вторым домом. Спасибо, ребята. Данил, Олег, Вова, Витя, Илья, Артем, все-все. Хочу сказать спасибо бойцовскому клубу «Беркут», Магомеду Хамзаеву, Асадуле Ахазаеву. У них завтра бои, тоже удачи им. Ну и, конечно же, спасибо всем, кто меня поддерживал. У телеэкранов, здесь, в зале. Айса Зелим Акраман, ассаламу алейкум. Эту победу я хочу посвятить тем, кого сегодня нет с нами. Моим старшим братьям, которых я потерял. Артур, Альберт, Тимур. Дал геч дойшу, дал дел ал дойшу. Дал мона, я усманя оша кетр дуай. Ля хауля ва ля кувата илля билля. Спасибо большое. Асланбек Бадаев. Слава
Володя, поздравляю с победой. В двух словах, как бой, чем доволен, что получилось, что не получилось? Да, наконец-то я дебютировал в ММА. Очень рад, что победил, но очень недоволен своей работой. Предполагал, что будет трудно, но не думал, что настолько трудно будет. Видимо, где-то неправильно восстановился, руки забились и вообще не смог себя в ударке проявить. Но где-то на инстинктах вытянул этот бой, а мои инстинкты – это борьба. Я выходить из вольной борьбы. Ну, хорошо, что так все завершилось. Что самое неожиданное было? Вот то, что, чего ты не ожидал в этом бою? И что не получилось конкретно все-таки? Не получилось поработать в стойке. Все-таки я 3 месяца очень плотно работал над ударкой. Но почему-то вот здесь у меня не получилось. Но я считаю, что неправильно восстановился, руки забились. И просто скованный был, и руки не летели. Единственное в этом плане. Соперник меня ничем не удивил. Было понятно, что 15 сантиметров разница. Он будет навязывать свою ударку, работать с дистанции, в принципе, и все. А так, я его, когда хотел, тогда и валил. Я даже где-то просто паузы брал, чтобы не валить его, потому что не было сил добивать. Думаю, если я его повалю, в любом случае нас поднимут. Из-за этого, как бы, где-то, ну, минуту бегал, отбегался от него, подвигался, потом опять повалил. Вот эти переводы, за счет переводов. Я понимал, что по очкам выиграю этот бой, потому что все-таки в стойке пару раз он хорошо попал, а так все в блок шло. А неожиданностей никаких от него не было. Ну, единственное, может, только то, что он защищался в партере неплохо, вязал меня постоянно. Из-за этого вот все забилось. И последний вопрос. Согласен ли ты, что это вообще твой самый главный, наверное, бой на данный момент в целом? Можно так сказать? Ну да, все-таки профдебют. Я по любителям много выступал, но вот именно на профессиональном ринге, вот среди такой аудитории, да, как бы это было впервые, но я очень доволен тем, что не было волнения абсолютно никакого. Трезвый взгляд, я все понимал, я все видел, где-то не смог использовать, но я в плане самоотдачи не могу к себе никаких вопросов предъявлять. Я выложился без остатка. В принципе, я полчаса не мог себя прийти в раздевалке, я думаю, это показатель того, что мы выложились. Главное было выложиться. Дальше больше это нас только закалит, будем продолжать тренироваться, ни в коем случае не будем останавливаться. Кстати, о продолжении, да, какие-то планы есть вообще? Что дальше после этого боя? Намерен ли ты дальше подобного уровня в турнирах участвовать? Однозначно я намерен, но я понимаю, что с такой ударкой и в таком состоянии с более серьезными соперниками мне будет очень трудно. Поэтому будем исправлять недочеты, работать над ударкой дальше, более правильно подходить к тренировочному процессу. Вот не кривя душой скажу, я тренировался в разных залах, ездил на сборы, пахал, но именно вот осмысленная работа была, вот, чтобы меня правильно поняли, но чтобы так, чтобы у меня был наставник, который мне пошагово все объяснял, такого не было. И все-таки это профессиональный спорт, и здесь это все вылилось, понимаете? То есть ты не можешь сам себя тренировать. Ты ходишь в разные залы, думаешь, что ты выкладываешься, ты 10 раундов на тренировке делаешь. Я 10 раундов на тренировке делал, не уставал, я очень уверен в себе был. В принципе, и по выходу вы, наверное, видели, что я в себе был уверен. Но вот моя подготовка сказала здесь, все-таки профессиональный спорт, он на то и профессиональный, что там мелочей не бывает. Вот нужен правильный подход. Я думаю, с правильным подходом еще повыступаем, побьемся. Я ни в коем случае не сломан. Все, спасибо, отлично, Аслан. Спасибо, с победой.